Со столь быстро растущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Есть расхожее мнение, что X1 — выбор девочек. Это мнение может относиться к BMW, но никак не к одноименному сетапу от Vapors Cloud. Механический мод X1 поставляется в богатой комплектации. Помимо гибридного коннектора, производитель, судя по всему, позаботился о любителях телерамайзеров и зачем-то добавил еще один коннектор с подпружиненным пином, который существенно влияет на производительность. Покрытие мода остается красивым ровно до первого вашего касания, после которого глянцевый блеск будет нарушен отпечатками пальцев. И если внешнее покрытие мода на любителя, то внутренности просто сказка. Внутренние резьбы мода имеют не окисляющиеся и не слезающие серебристое покрытие, поэтому все, что вам нужно для ухода за ними, это зубная щетка. Комплектный посеребренный пин облез очень быстро. Именно поэтому владелец мода без раздумий решил взять полностью серебряный. И сделал правильно, ибо выиграл дважды. Во-первых, ничего теперь не стирается, а во-вторых, теперь больше площадь контакта. К сожалению, Vapors Cloud такие пины не продают, но вы можете заказать его у ювелира. По конструкции кнопка практически аналогична VCM. Тут используется та же технология VC-Tech Switch с проводником из посеребренной бериллиевой меди. Он соприкасается с пином и, по заверению производителя, способствует снижению просадок. Вообще, из-за серебра кнопку разбирать смысла нет, так как для обслуживания эта операция не является необходимой. Но если вам очень хочется, то будьте аккуратны, так как внутри установлены два мощных и одновременно легких магнита. Так что есть неплохие шансы их случайно сломать. Внимательно ознакомившись с X1, мы рассчитывали на его уверенную победу в наших тестах. Однако мод полностью облажался при тестировании с дрипкой Kennedy на обоих коннекторах. Но после замеров на родной дрипке X1 с гибридным коннектором, сетап занял уверенное первое место. И мы точно можем сказать, что на сегодняшний день он самый производительный. Ирония судьбы такова, что не все, что хорошо вместе, также неплохо порознь. В этом мы убедились не только с механическим модом, но и с дрипкой. Но обо всем по порядку. Традиционно для Vapors Cloud у X1 RDA богатая комплектация. Изначально вы можете купить дрипку с 510 коннектором, но если вы обладатель одноименного мода, то настоятельно рекомендуем вам обзавестись еще и гибридной базой, по уже упомянутым причинам. Различаются они еще и материалами изготовления. Во втором случае это позолоченная латунь. В остальном они полностью идентичны. Тут у нас классическая база с раздвоенной плюсовой стойкой. Единственное, к чему хотим придраться, так это к винтам. Все-таки мы бы очень хотели видеть шлицевые винты, как на Будда Мини. Отверстие для подачи воздуха располагается ровно посередине, и поэтому вам придется центровать спирали. Тем не менее, на наш взгляд, X1 является одним из лучших примеров в плане реализации нижнего обдува, сразу по двум причинам. Во-первых, отверстие для подачи воздуха находится относительно далеко от центральной стойки. Есть подозрение, что именно из-за этого за все время использования X1 ни разу не протек во время заправки. Во-вторых, их ширина такова, что при полностью открытом обдуве и использовании на мощности в районе 100 Вт на спирали подается оптимальное количество воздуха. При этом пар получается достаточно густым, нажористым и вкусным, несмотря на отсутствие сферической обработки купола. В итоге X1 получилась довольно сбалансированной дрипкой по многим параметрам. Однако мы скорее взяли бы Kennedy, которая хоть и течет, и стойки не такие удобные, зато вкуснее. Да и собрать красивый сетап с президентом проще. Но если вы являетесь обладателем механического мода X1, то даже не думайте ни о каком Kennedy, Клинтоне или Никсоне. Готовьте Вашингтонов и докупайте гибридную базу. Мы благодарим Vapors Точителя за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.